Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас с вами топ-10 бьюти-наборов для ухода за нашей прекраснейшей мордашечкой к лету. Вот, начну я вот с такого вот набора, это корейская косметика, которую купила я себе. Она безумно мне просто понравилась, за каких-то, представляете, 1247 рублей я получила 20 прекрасных средств для кожи. Ну, такой набор, который, возможно, даже не на один месяц, а довольно надолго мне хватит. Вот, также здесь можете посмотреть, есть вот остальные. Ссылочки все будут в описании. Да, или вот есть артикул. Просто вбить в поиске в Альберсе и все. Кстати, если вы зарегистрированы, то у вас будет цена примерно такая. Если вы не зарегистрированы, она будет больше. Когда вы зарегистрируетесь, она может стать поменьше. Так, следующий набор я тоже купила себе. Пока не пробовала, буду делать обзор вместе с вами. Будем пробовать вот такие вот масочки. 30 штук, то есть прям на целый месяц. И всего лишь сейчас вот на них скидка за 999 рублей. Вы представляете? То есть вот они маски. Такие интересненькие. По 3 штуки каждый. Это очень-очень дешево. Это получается 33 рубля за одну маску. Вы нигде не найдете, ни в одном магазине. Даже в Ашане нет таких цен. А здесь есть. Есть, смотрите, отзывы. Тут много отзывов на них. Вот, то есть они все приходят как положено. Всех вот по 3 штуки. Ничего не обманываю, здесь прям очень классно. Так, также вот второй набор, у них есть еще один наборчик. Здесь вот тоже по 3 штуки, они там чем-то различаются. Здесь, в принципе, все написано, все описано, какая, чего, как, что она делает и так далее. То есть у них вот все это есть, вся эта информация. Сколько держать, для чего. Очень классные маски. Так, следующие у нас маски вот такие вот. Немножечко попроще. Тоже 30 масок за 794 рубля. Их я еще не пробовала, но собираюсь купить чуть-чуть попозже. То есть, ну, тут вот самые тоже такие ходовые. Гранат, алоэ. Алоэ очень такое ходовое, да? Отзывы тоже есть. Так, здесь уже, смотрите, можно купить beauty box. То есть тут у нас получается 7 масок. То есть, ну, в другом магазине бы вы отдали за 7 масок в районе 700 рублей. А тут получается 500. Плюс вам еще здесь вот маски, да? Маски. 4 резиночки. Для глазок 2 штучки. Патчи для глаз. 3 штуки, или сколько тут их, 4, что ли? Нет, 3. И еще для губок. То есть, смотрите, какой классный набор, всего лишь за 500 рублей. Представляете, за 500 всего лишь. Вальберес нас вообще прям так балует. Так, следующий набор у нас за 800 рублей. Здесь вы уже получаете ушки, да, чтобы волосы вам не мешали. Хорошую упаковку. И маски. Посмотрим. Еще щеточку, смотрите, какую классную. С одной стороны силиконовая, с другой стороны щеточка. Одели маску. Ой, не маску, а повязку. Одели повязку и зайчиком попрыгали в ванную щеточку. Что здесь у нас еще? Да, патч для глаз, маски. А, 10 предметов. Ну, значит, тут несколько масок и вот как-то так. Что у нас там с отзывами? Ну, да, вот людям приходят. 2 маски. Ну, все равно. Классно. Хороший набор. Только цена немножко подвысилась уже за это время. Так, следующий набор у нас подарочный. За 1145 рублей здесь вы тоже получаете повязку бантиком, да? Вот здесь вы также получаете такую штучку для разглаживания морщин.
То есть, ну, если вы будете покупать все это отдельно, конечно, это будет дороже. Плюс еще, смотрите, тут подарок есть, какое-нибудь украшение для ванны, крем для рук, для губ, что-то тут еще, и две маски. Ну, то есть, блин, классно. Так, вот она, отзывы. Девушка, тут все аккуратно сложено. Ей достались какие-то то ли браслеты, то ли сережки. Вот, смотрите, как классно. Все аккуратненько. Плюс еще и подарок какой-нибудь золотой. Хотя бывает что-то там, да. Муравьи какие-то прилипшие. Ну, здесь вот бывает, да. Бывает какие-то... Сломалось у кого-то. Ну, можно, в принципе, приклеить. Есть прекрасный клей, который склеит так, что не сломаешь никогда в жизни. Подарок. Да, у многих, видимо, ломается. Или вот брошка, кстати, может такая попасться. Смотрите, какая она интересненькая, да? Так. Следующий у нас с вами набор вот такой вот подарочный, необыкновенный. Смотрите, он очень красивый. Стоит всего лишь 732 рубля. Чем он мне так понравился, сейчас расскажу вам. Во-первых, у него есть вот такие вот, смотрите, розочки. То есть с первого взгляда можно подумать, что это розочка, которую положишь в тарелочку и будешь мимо проходить и понюхивать немножечко, да, там будет ароматно пахнуть, все такое. А нет, оказывается, смотрите, для тоника. Они для тоника здесь. То есть вот, вот здесь вот написано «сушеные розы» и написано вот тут вот способ приготовления. То есть эти бутоны, 7-8 бутонов берете, кладете в теплую воду, 200-300 миллилитров, и у вас получается тоник. Представляете, вы можете просто такие же бутоны набрать на даче и сделать сами тоник, чем покупать. Или здесь. И также здесь соль для ванны. Она, по-моему, она с каким-то цветом. Да, у нее какой-то есть цвет. Это тоже очень интересно и очень красиво. Поэтому этот набор попал тоже сюда. Там тоже у всех все хорошо. Ну, это такой будет розовый цвет ванны. Ванна, как бы водичка у вас будет не просто пенистая, а будет с цветом. Это интересно. Так, следующий набор у нас вот такой. Вот за 405 рублей. Здесь, смотрите, уже повязочка совсем другая идет. Здесь, конечно, нет отзывов, неизвестно, что там такое. Купили всего лишь 5 раз, а меньше 5 раз даже. Не знаю, может, кто-нибудь и купит все-таки его. Вот, то есть тут тоже где-то 3 все-таки маски. И давайте посмотрим, наверное, сколько. Да, 3 маски здесь. А, бомбочка для ванны есть. А, для губ один, да, увлажнитель. Так, подарочная упаковка. Бальзам для губ. Смотрите, какой хорошенький такой интересный баночки. Крем для рук в виде морковки. Прикольный такой наборчик. Так, следующий набор у нас вот такой. У него, к сожалению, пока что нету наличия. Стоит он где-то 500 рублей. Я себе такой заказала ради ушек. Вот этих вот кошачьих. Немножечко они, конечно, кривоватенькие, но они, по-моему, сколько я смотрела, они практически везде чуть-чуть кривоватые. Вот. То есть, если покупать отдельно ушки, это у вас будет стоить они в районе 300 рублей. А тут 500. Плюс еще вдобавок 6 масок. Целых 6. Здесь очень классный набор. Они не обманывают ничего. Ни того, ни другого. Ну, чего-то ни того не подкладывают. То есть, вообще здесь все супер. Вот, пожалуйста, 3 маски таких, 3 таких, для губ 2, патч для глаз и ушки. Ну, ушки могут оказаться разных цветов. Мне как раз пришли такие вот, как на картинке. Вот, здесь тоже все расписано. Очень, кстати, классно, что тут написано, потому что маски все на английском языке, и порой на китайском каком-то языке, и разобраться сложно. Сочное алоэ, медовое, ну такие вот, как раз клубничка. Вот сами ушки, повязка для губок. И девушка, да, которую вы будете потом очень-очень красивенькой. Вот они, пожалуйста, всем приходят разные ушечки. В
Вообще, кстати, если честно, пока я искала ушки, я заметила, что если ушки, допустим, сшиты вот друг дружку довольно близко, то они у вас будут на макушке. Здесь вот, видите, близко. Здесь тоже вот они близко. То они на макушке, если вот вы хотите. Если вот там бывает, я находила повязку, где уши друг от друга, допустим, вот тут вот начинается одно ухо, да, потом проходит место с какой-то, и тут другое ухо, то они будут у вас в растопырку где-то там. Ну, тут все отлично. Шикарнейший набор. Так, и последний набор, его я только собираюсь покупать. Здесь тоже маски, 10 штук. Получается у вас за 30 рублей, там с копейками. То есть, представляете, одна штука 30 рублей. Вот здесь есть алоэ. Такое вот. Немного отзывов. Не знаю, мне кажется, они классные. Вот они, да, бывают разные. Бывают вот витамины А плюс Е. И тогда яблочко, с бананом я где-то даже натыкалась. А ну вот банан, а нет, не банан. Вот отзывов мало, конечно, но они, в принципе, хорошие. А вот бананчики есть, пожалуйста, да. Есть персик, ой, не персик, манго. Но они все тоже стоят 300, 38, 307. Кстати, я довольно давно заметила, уже они у меня в корзинке где-то лежат около месяца, и цена та же самая, то есть они не увеличиваются в цене. Мне кажется, это очень классные маски, очень хорошие. Тем более за 10 штук всего 300 рублей, это классно. Вот, все ссылочки будут у вас в описании. Если какие-то вы заказывали совсем другие маски или бьюти-наборы, или ушки, то напишите артикул в комментариях. Оставьте его, я посмотрю, может мне что-нибудь понравится и тоже куплю. С вами был канал ArtMoney, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите обязательно комментарий. И всем пока-пока.